Так, чуваки и чувихи, небольшой дисклеймер, получается, записываю это после ролика. Я тупой мудак, это во-первых, но думаю, это и так было понятно. Я забыл включить звуки в OBS после того, как в нем ковырялся. И получается, весь видос записался без звуков игры. Я вместо нее поставлю какую-нибудь лайтовенькую, может быть, музычку. Ну, чтобы не так скучно было. Ну, это финал все-таки, поэтому я это все равно выложу, хоть и без звука. Надеюсь на ваше, ребят, понимание. Вот такой вот я дурак. Вот такой вот я дурак, который забыл вот это вот все включить. Ладно, хоть записался звук микрофона. А то бы я такого тильтасьона словил, чуваки. Я бы такого тильтасьона словил, то что вы бы себе не представляете. Я бы нафиг канал удалил, ну реально. Ладно, надеюсь на ваше понимание, не буду задерживать. Приятного просмотра. Хе-хей, всем привет, мои маленькие любители Gates of Hell. Мы продолжаем динамическую кампанию, и это заключительная часть. Сегодня мы заканчиваем ДКС Conquest Enchanted. Наконец-то, так как я, по-моему, два раза пытался, и все эти два раза выходили какие-то обновления в игре, которые полностью ломали сейвы, и было невозможно играть в, ну, дальше этот сейв, и приходилось начинать заново. Из-за этого у меня сгрело очень сильно очко, я уж хотел этот больше не снимать, этот Гохсан, и, ну, вот, наконец-то это свершилось, и мы дотерпели, дождались, и вот осталась последняя оборона и последняя атака. Я уже заранее подготовил эшелоны, я взял, ну, просто вооружился до зубов. Это я взял королевских тигров. Я взял вот такой вот 21 сантиметр мерсер, что-то лафетта, короче. Ну, не знаю, посмотрим, как она себя в игре покажет. Ну, все-таки думаю, 210-миллиметровый фугас будет эффективен против вражеской пехоты, да и против вражеской арты. Я ее где-то поставлю сзади и буду долбить по врагу. Также взял 4 отряда пехоты, танкистов, чтобы чисто вначале взять мины и просто усрать ими все поле сражения. И также тут у меня командирская тачка. Я не знаю, может быть, конечно, что-то еще стоило бы взять. Может быть, какие-нибудь пулеметы. Убрал, кстати, полностью все советские танки. Почему, спросите вы меня, а я вам отвечу. А потому что... А, от нечего делать. Ладно, потому что это, да-да. Сейчас я соображу и скажу вам, почему я их убрал. Да, инженеров, кстати, еще забыл взять. У них нету пулеметов никаких противопехотных. То есть, когда они стоят на точках, они пехоту не отстреливают. Да, пушки вроде пробивные против советских танков пойдет, но опять же нету пулеметов. Поэтому это плохо. Поэтому я лучше возьму 4 королевских тигра, чем еще я куда-то буду пихать 3 советских танка. Также у меня не хватило шевронов ни на какие эти пушки, ну, флаг 18 имею в виду, ну и ладно. Думаю, и без них прекрасно справимся. Всего 2 звезды, кстати, нам дают. А, еще, чуваки, забыл взять. Да-да-да, все. Вот это, давайте возьмем, знаете что, несколько минометных ударов. Вот, 5 штук просто, чтобы были. Просто, чтобы, если что, вдруг какую-то арту разбомбить, какую-то офицера убить. Давайте побольше. Вот, все. 6, думаю, нам хватит просто с головой. Лысого карта, блин. Не люблю эту карту, ребят. Вообще не люблю. Это город. Ну ладно, как-нибудь уж прорвемся. Перед началом я бы хотел вас, во-первых, досмотреть ролик до конца, так как хорошее удержание — это всегда хорошо для Ютуба. Если хорошее удержание, более там 60%, то ролик дальше продвигается. Также поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Скоро уже у нас будет юбилей, скоро будет 1000 подписчиков. Я этого, ребят, жду не дождусь. Ладно, не буду вас задерживать, приступаем. Ой, я ее ненавижу эту карту. Ну да ладно. Навить, ненавидь, но выбора у нас, чуваки, особого нету. Я, кстати, ребят, поставил новые настройки в OBS. Напишите, что как по качеству, нравится вам или нет. Ваше мнение, как всегда, в приоритете. Нам донесли о присутствии вражеского офицера. Где?
Уже кого-то убили, ребят, танкистов. А, ну... Тут понятно, почему их убили. Так, ну давайте начинать потихоньку учащать карту от артиллерии вражеской. Нет, только не пехота. Защитники, горный снайпер. Так, это что там тащится? Так, как мы видим, орду пехоты просто невероятную. Так, давайте вот одну тяжелую гаубицу вот сюда вот мы кинем. Пускай там стреляет. Так, тигр уже поставили на трак. Шмалят по тигру просто. Не убьют, конечно, но, блин. А чё? А почему? Они умерли, что ли? Алё. Чуваки, давайте умирайте. Чуваки, давайте умирайте. Ой-о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 й
Я не понимаю. Так, вот залп артиллерии. Давайте, убивайте полностью. Ну алло. Очень много пришлось потратить. Так, окей. Так, они очень хорошо пошли, чуваки, я могу вам сказать. Они очень хорошо пошли мне. Так, пока нравится. Они идут вот сюда. Очень хорошо на эту точку. С одной стороны это хорошо, а с другой нет. Так, но пока они не прошли. Твою мать. Вот это надо убивать прям сразу. Блин, почему не стреляет никакая арта на 600 метров? Алло, это ё-моё, 21 SM Mercer 18, вы что? Дайте тоже пару залпов. Убейте его. Хорошо. Зенитка. Не люблю зенитки. Кёнгстайгер. Нет. Видели огнеметчика? СУ-100, ё-моё. Охренеть, приехала подруга. Не навалишь ты этот? СУ-100, ё-моё, напугала просто. Невероятно. Так. Еще что-то. СУ, давай вот это убивай. Убивает моих фальшем ягеров. Так, в итоге, как я и думал, вот эта точка самая-самая этот слабая. Давай, король, помогай, спасай. Так, ну слушайте. Блин. Тьфу-тьфу-тьфу, не накаркать бы. Пока относительно все прям хорошо идет. Относительно. Ключевое слово прям. В любой момент все может пойти по одному месту, чуваки, поэтому да. Если также сейчас будет, ну, небольшое количество пехоты, то окей, вроде бы можно будет выдержать, но, блин, очень-очень-очень у меня мало противотанковая мощь у меня избыточная. У меня очень мало противопехотной мощи. Я не знаю просто, что мне против пехоты брать.
Да, у меня есть артиллерия вроде бы, но, блин. Мне надо, вот, чтобы вражескую роту убивать, вот что-то. Самолеты, давайте найдем, что они прячут. Надо дымом закрыть. Дымом тигры надо закрыть. Надо дымом закрыть тигры, короче, ребят. Дымом. О, нет. А вот про них что-то я и не подумал. Блин, а они стоят как яхта. Тяжелая артиллерия, твою мать. Давайте, тащите, утаскивайте просто эту рту бедную. Так, сюда. Почему танки не уничтожаем? Тигр. Королевский. Алло. Танки надо убивать, танки надо унижать, особенно вражеские. Т-20. Сгори, пожалуйста, спасибо. Чуваки. Пресев, одна артиллерия не успела уйти, но засейвили одну, окей. Хорошо то, что по тигру хотя бы не долбили, вот что. Хотя бы надо на этом спасибо сказать. Выйди, пожалуйста, сам. Тут управление придумал уебал. Так. Давай. Ну да, так это что тут? Оно не сгорело, что ли? Серьезно? Командирскую надо убить. Алло, а где у меня это вражеское-то эти? Ну-ка, давайте, убивайте вот эту штуку. Охереть. Двигатель. Ой, фух, слава богу, чуваки. Я уж испугался. Я думал, двигатель у тигра горит. Охренеть. Блин, пулеметчика у меня убили. А, это ишка. Все нормально, отлично. Так, нормально, найс. Да боже! Это как? У меня тут только один, да, фальшмейгер остался. Так, у кого есть противотанковое что-то? Лейтенант, уходите. Так. Это уже не смешно, ребят. Так, подожди, подруга, стой. Отлично, тигр убил. Боже мой, просто какой-то Т-20 просто мозги мне делает, я в офиге. Обоссанный Т-20. Так, надо подогнать пехоту. Да кто это, танкисты пойдет? Опа. Вон где прорыв идет. Вон где идет прорыв. А, ну нет, они не пройдут, я думаю. Да задолбал этот вражеский офицер, ей-богу. И так без него тут этот жить он не дает, артиллерия вражеская.
Еще тут нахер. Так, чуваки. Вылечите 5 ближайших солдат. Так, давай. Становитесь в окопы, чуваки. Так, это кто? Пулеметчик. Ой, пулеметчик. Давай сюда куда-нибудь. Это что? Боже. Что за кал едет? Это что у меня тут стоит? МГ станковые. Боже, у меня пехоты-то нету. Найс. Убил 120 мм. Найс, убили машинку какую-то бешеную. Так, теперь мне надо опять вот мою арту. Так, и как-то постараться. Давай, шмаляй. 152 миллиметра, 152 миллиметра, 152 миллиметра. Алло, ну зачем так много арты, я не понимаю. Так, вот где прорыв идет? Вот тут вот обоссанный прорыв. Алло, убейте этот ЗИЛ груза... Окей, ладно, грузовик не страшно, но блин. Ричард, охренеть, там что-то спих. О боже. Но я продержусь, я уверен, то, что я смогу продержаться, чуваки, я уверен. Я уничтожил? Отлично. Только я, к сожалению, не могу уничтожить вот это вот. Давай, сплэша, думаю, хватит. Бот бы еще просто спавнил пехота, ну, условно, каких-нибудь даже самых бомжовых бомжей, вот, допустим, каждые 7-8 тысяч очков, просто два отрядика. Чисто вот, допустим, вот тут кончилась пехота, он заспавил. Ну, типа, просто тупо ты продержаться смог, окей, это, ну, как бы ты заслужил. А тут нет. Ух, ядрить, вы посмотрите просто. Так, надо вот эту вот машинку надо ловить. Давай, я в тебя верю, давай. Давай, 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 да, ну давай. Что, 107 миллиметров? Найс. Так, давай по этой арте, еман просто. Так, тигр жив, отлично. Пока вроде не даем пройти. Ключевое слово вроде бы. Да, самый ужас — это именно пехота. Очень много пехоты, чуваки, очень много пехоты. Так. Медосы, походу, все уже подохли. Да. Так, вижу танк. А ты его не видишь, да? Да. Так. Ты, друг, видишь танк? А я думаю, что башня не ворочается. Не видит. Окей, так, ну давай тогда. Давай тогда что-то с пехотой делаем. Делай. А, так. 107 миллиметров убили? Нет. Ты стреляешь? Ну, должна стрелять, я вроде же приказал. Так. Окей, тут уже едут какие-то грузовики, минометы. Я в офиге. Да. Тут даже мне захватывать, чуваки, нечего, вы понимаете? А 1, 2 и 3 34-ки, чуваки, какие-то там эти... непонятные штуки. Ну, типа там Су-86, вот такие приколы.
Давай, фиги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как мне это убить? А как мне это убить, чуваки? Как мне это убивать? Я считаю, это нечестно. БР-5. Бедный тигр. Бедный королевский тигр. Боже, по нему столько долбят. Бедный король. Бедный король, так. Боже, эта точка просто, я в офиге. Тут уже танк плохо видит. Пехоты нету. Так, ты не огнеметчик, надеюсь, друг? Так. Отлично. Отлично! Почти продержались, чуваки, почти. Ой, ты моя красоточка, ой, ты моя красоточка. Вы видели, что сделала? Вы видели, что сделала? Ой, ты моя, ой, ты моя, ой, ты моя прелесть, ой, ты моя сладость. Видели, видели, что сделала? Видели? Сама смогла? Ой, ты молодец. Боже, какой-то грузовик приехал, кошмарит пехот. Победа! О, да. Нет, чуваки, я закрываю, потому что просто мне, ну, нечего чинить эти 34-ки, эти копейки, тем более, то сейчас финальный раш, а мне там только, ну, усы тигры нужны, все. Ух-ух-ух, плюс сейчас вернут там колбочки, чуть-чуть, надеюсь, этих звездочек вернут. Ой, колбочки, говорю, эти. Боже, как их, шевроны, шевроны. Да, 5000, 18 2700, пойдет. Думаю, нам хватит. Ой, хотя бы вот так сразу вас чиню, короче, ребята. Па-па-па. Все, ребята, штурм финальной базы. Наконец-таки мы с вами до этого дожили, наконец-то. Главное, чуваки, сейчас не обосраться. Главное сейчас не обосраться. Это самое главное. Ну ладно, ребят, сейчас я соберу эшелоны. И увидимся в атаке. Опа-на, чуваки, опа-на. А эта карта у нас была с вами на стриме. Сейчас я поставлю на паузу. Housebreak. Карстен Эйзенгауэр. Так. Что-то я не то. Вот, все. Все правильно. Это самая конченная карта, просто которую можно придумать для обороны, так как враг, как вы видите, наступает со всех четырех сторон. И у вас, ну, просто очень мало эшелонов, мало техники, чтобы защитить все эти четыре стороны. Поэтому это самая, наверное, конченная карта вообще для обороны, да для атаки вообще. Это какой-то, я не знаю, сюр кринж. Ну, это чисто мое мнение, думаю. Вы со мной согласитесь. И у меня, ребят, для вас небольшой сюрприз. Сейчас вы его увидите. Чуваки, это... Где он стоит? Это Карл, чуваки, вот. Вот сюрприз. Я взял Карла, чуваки. Я взял Карла. Мы окружили врага, у него не будет подкреплений. Чуваки. Я плачу. Девочки, я плачу. Ну, чуваки, это Карл. Смотрите, это Карл. Это Карл. Так, давайте сразу сейчас посмотрим, какие пушки есть у врага, и уничтожим их. Что сейчас может нам помешать? Это вот это. Сразу все эти дальнобойные пушки я уберу. Потому что... А чё, а где?
А чё, только пехота? Серьёзно? Ну так неинтересно. Я тут Карла даже взял, чуваки. А вы только пехоту, серьёзно? Ну ладно, давайте. Ну-ка, Карлушечка. Так, давай, состыковывайся с землей. Давайте, чуваки, залп. За вас. Он не стреляет. Да, залп. Карл, залп. Карл, залп, пока всех не убили. Карл, залп. О! Полетел Сисян, чуваки. Яман его там, Яман ядерный взрыв сейчас будет. Бабах, никого не убили. Ну ладно. Так, я взял вот эти вот новенькие 17 сантиметров К-18 Мерсер Лафетте, по идее у них такое полное название. О, кого-то он убил, диверсант какого-то. Да, Мерсер Лафетте. А, по-моему, далеко стреляет, прям очень-очень-очень. Да, вот их надо будет брать. Надо было брать на атаку, но я не взял их на атаку, поэтому да. Поэтому я сосу бибу. Сосал, точнее. Ну, Карла я взял просто так для понта, чуваки. Maybe просто с ним превьюшечку сделают. Карл, давай отъедь в более красивое место, чтобы я мог сделать превьюшку. Так, и мои 4 козыри, это 4 королевских тигра, которые я пополнил. Да, и они полностью у них заправлены баки. Вот чудо, да, и у тигров да полностью заправлены баки. Да не может такого быть. Так, ты вы наяриваете, а надеюсь, вы друг на друга не наяриваете. Не сможете этот убить, надеюсь, друзья мои хорошие. Так, враг окружен, у него не будет подкрепления, у врага только одна пехота, поэтому просто сказка, чуваки. Просто песня. Эх. Не знаю даже, наверное, ничего даже вырезать не буду. Из атаки и из обороны. Потому что, ну, все-таки последняя серия, хочется побольше насладиться, так сказать, контентом. Да, чуваки? Так ведь? Плюс сегодня не будет стрима, поэтому я компенсирую этот ролик вот таким вот большим. Компенсирую не ролик, а отсутствие стрима, вот. Ой-ой-ой. Всего 2 убил, лол. Лол, кек, чебурек. Ну, Карла, я реально чисто для понта взял один раз выстрелить. Он там кого-то одного убил, и все. Больше я не буду пользоваться. Карл. Стоит, кстати, всего 1500 шевронов. Ну, типа, королевский тигр дороже стоит. Телега. Все, бегут, а тут мой бронетанковый кулак уже едет в атаку. Вообще чисто можно вот так вот стоять. Они, по идее, будут потихоньку вот так все бежать. А их в это время можно отстреливать. Ну, танки их будут отстреливать. Но мы с вами поедем в атаку. Диман, с зенитки командир танка долбит. Командир, кстати, надо, чтобы выжил. Если убьют у танка командира, то танк будет слепой, как котенок, ну то есть он будет видеть только из визоров, получается, мехвода, стрелка-расиста, ну вот, у них. Вот, а нам это не надо. Чуваки, кстати, чё как по качеству? Напишите в комментариях, отпишитесь, я там чуть-чуть в ОБС потрогал настройки, я, конечно, это говорил, но просто вам еще раз напоминаю. Так как мне важно, чуваки, услышать ваше мнение, так как... Оно тут что-то решает. Вот. Вроде бы не должно сейчас пикселить, по идее. Если опять будет изображение пикселить, то я не знаю, честно, что делать. Может, если вы знаете какую-нибудь хорошую программу для записи, ну, не Bandicam какой-нибудь, не Fraps, вот что-нибудь другое такое хорошее, то я бы, конечно... Тоже попробовал бы записать с этого. Я записывал через, получается, Shadow Play.
Cry of Fear. Вы можете посмотреть, какая там хорошая картинка получалась. Вот, потому что, ну, Shadowplay вообще без потери качества записывает, я прям в шоке. Наверное, одна для лучших, из лучшая ПО для записи, но проблема в том, то, что почему-то, когда я кидаю, получается, запись в этот, в премьер, ну, чтобы отмонтажить, там что-то добавить, то идет задержка записи, не понимаю почему. То есть отстает. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот я звук записываю, получается, отдельно через OBS. И вот звук, ну, получается, игра отстает от моего голоса. То есть, как это объяснить? Вот даже вот, понимаете, не понимаю, как это можно объяснить вам. Вот какая-то задержка. Я читал то, что это связано с тем, то, что там условно записывает в 59-99 FPS. И типа из-за этого вот такой вот происходит пролаг. Типа надо видос конвертировать. Ну вот, короче, я что-то этот, да. И что-то подзабил и начал через OBS записывать. Я раньше пытался, тоже через OBS записывал. Но, блин, там качество. Я эти видосы скрыл, потому что качество там просто ворвиглазное было. Вот. Если кто что знает по этому поводу, то я бы был бы рад, если бы вы отписали, объяснили мне, как что делать. Потому что сам я не очень понимаю. Так. Надо гнать еще одного тигро. Тигра, тигро. Ох, вышагивают. Чуваки, вы чё? Вы на войне. На войне, как на войне. Чё-то, ребята, вот знаете, такая погода. Вот последний видос. Дождик. Грустно. Потому что последнее видео... Ну, по динамической кампании с модом. И то, что пока чего-то крупного, хорошего не выйдет, или условного обновления на этот, на эту модификацию, или новой фракции, то не будет динамической кампании. Как-то, знаете, даже на душе грустно. Все-таки 70 видео. Уже. Это какой 70? Уже почти 80 видео по Коху. Прям грустно. Ну ничего, чуваки, будут мультиплеерные битвы. Я потихоньку учусь играть в мультиплеер. Меня, конечно, покрывают пенисами, но я учусь. Я, несмотря ни на что, учусь, чуваки. Важно не как сильно ты бьешь, а какой держишь удар, правильно? И как там в фильме говорилось. Блин, спрятался за какой-то перегородкой. Деревянный терхер, я его оттуда выкурю. А вон, попался, поймал на ошибке. С него умер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько я уже убил пехоты? 60. Охренеть. Уничтожено. Не понял. А, пехота уничтожена, все, понял. Стоп, а у него потери 130. А, точно. Уже 130, артиллерия это не считается, когда она долбила. Там потери в мой счет они не этот не записывались. Вот в чем приколы, пироги с котятами такие. Так, заряжаю фугасики. Так, надо гнать еще танчики. Так, закрывай люк, задраивай. Так, и давай. Так, ты тоже закрывай, задраивай люк. И давай, погнали. Поехали, пошуршали. Я придумал, чуваки, еще кое-что. Я забайчу названием, знаете? Типа, Его Величество Карл, а он видео всего один выстрел сделал. Я гений, чуваки? Ну, я гений. Я гений, чуваки. Я гений, чуваки. Я гений. Я гений. Ну, согласитесь, я гений, чуваки. Его Величество Карл? Превьюшка с Карлом. Ну все, ну короче, ну я байтерская крыса, чуваки. Я байтерская крыса, я мразь. Одним словом.
Ах, как приятно шинковать пехоту из танков, просто когда она ничего не может тебе сделать. Эх, как приятно. Еще и под перемоги не будет. Подмохи, ну все. Просто вообще песня. Ни хрена что. Правда, вот это вот сейчас мне может по жопе надавать. Кустарный воин. Там, по-моему, еще сидит гвардеец-стрелок, да. Так. Ну все, осталось их выкурить из вот этого подвала. Из окопов. Да и все, в принципе. Почти, можно сказать, чистка карты удалась. Арта, в принципе, все, чуваки, не стреляйте. От вас уже смысла нету. От вас уже смысла нету. Все, сейчас тупо едем, стреляем, отдыхаем. Ух, ну после такой потной обороны, да, это можно считать отдыхом. Угу. Так, держи в курсе, друг. Держи, друг, в курсе. Пуля непробиваемая, какая-то сетка кроватная. Так, вон лежат, так. Что-то опасного тут не так, друг, но ты же видишь его, да? Танки, конечно, слепые, но все равно вот это вот, когда прям рядом с ним ползают, неприятно. Сейчас бам-бам-бам-бам, мне спанзер шреков и танк умирает, чуваки. Вот бы, вот грустно бы было. Так, вот эти два друга поедут по краю. А нет, один давайте поедет вот сюда, а другой поедет куда душить дальше. Так, сейчас вот самое-самое-самое геморное, это вот эти окопы будут зачищать. Прям самое-самое-самое душное. Самая-самая-самая-самая-самая душка. Смотрите. Лови аптечку. Не поймал. Так, ну окей, наяривают. Пока можно, кстати, даже отряды пехоты подогнать. Сюда. Пускай бегут. Пускай бегут, родимые. Пускай бегут. Так, ну чё, где они там остались? Так, тут одного наконец-то шкрека убили. Так, он, лол, там и серьезно, и все. Так, король. Король. Давай туда. Кёнг Тайгер. Не, королевские тигры просто. Это, наверное, вот самый приятный танк в игре, даже по сравнению с сами какими-нибудь. Он просто, у тебя есть все. У тебя есть пушка. У тебя есть пулеметы. У тебя есть броня. У тебя есть подвижность. У тебя есть все, что тебе надо от танка. Абсолютно. Вот это вот неприятно. Окей, без потерь не обошлось, ребят. Без потерь не обошлось, но это моя ошибка. Все, не доставай, все. Успокойся. Не увидел я его. Окей, давай ты будешь светить тогда так, а ты пойдем мстить за брата. Стоит там с панцершреком. Или с чем он, с панцерфаустом. Все, умер.
Так, тут никаких больше таких приколистов нету с этими. Так, ПТРД. Окей, ну все, он один такой прикол. Ну без потерь никуда, но тут такая потеря, лайтовая, типа. Даже тигров он не потеряли, всего лишь башню выбили. Но все равно неприятно, конечно, но как бы выжить можно. Мы потерпим. Так, чини. Все, уже надо потихонечку отхватывать, потихонечку захватывать. ПТ-стрелок, кстати, был 2. Яман там кровь, вы видите просто, как она там черкашами на стене отразилась. Так, ну все, серьезно, там остался один этот горный шаг. И что, все, вот эту точку зачищаем, и все. Так. ПТРС, ПТРС. Огнеметчик, окей. Где он лежит? Вот он, Шкарек. Так, и там еще у него друг какой-то валяется. Так, ну пока... Так, вы, чуваки, можете захватывать. Вы, чуваки, тоже можете захватывать. Давайте. Так, техника отремонтирована. Понял. Понял, принял, обработал. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. А где он валяется? Я что-то не понимаю. Нарисовано то, что прям перед... А, вон он. Гвардеец, ё-моё, всё, не валяется уже. Так. Найс, всё. Всё, последние ошмётки советского, величия советской пехоты и их база уничтожена. Капец. Одна звезда на финальном пуше, одна звезда. Всего лишь одну звезда. Все. Готово. Готово, ребят. Все. Все, чуваки. Все. Обалдеть. Все. 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 Что я могу сказать? Все. Все. Чуваки, все. Так, ты давай свою подвеску, ты этот на приколе не будь, пожалуйста. С кайфом, жестким скайпом. Так, превьюшеч готов. Какая 19:50. Запомнили, запомнили. Осталась последняя точка, которую мы захватим, и закончится это ДК. Я рад, что все-таки, несмотря на все невзгоды и все трудности, которые преподносила нам игра в виде обновлений и потертых сейвов, мы все-таки смогли с вами дойти до победного конца и закончить. Хоть позади еще и осталось 2 незаконченных, но, к сожалению, их я никак не смогу закончить, там именно потерлись сейвы. Я идиотина, чуваки. Я сейчас записывал ролик, и просто, чуваки, нету звука. Чуваки, нету звука. Именно микрофон есть, нету звука игры. Я выложу все равно, но
осадочек-то остался. С вами был Тупой Ричард. Увидимся в следующих роликах. Всем удачи и всем пока.